Ты полностью модифицированный киборг. Не у многих есть такой шанс. Почему этот вражеский корабль среагировал на меня? Потому что я знала этот корабль. Я уже бывала на таких, правда же? Нет, ты не просто воин, Алита. Это утраченная технология. Никто не делал такого с начала войны. То есть мне лет 300, да? Да, дорогая, это так. Ты со мной. Женщина в моем воспоминании называла меня 99-й. То, что ты видела, это момент из твоей прежней жизни. Это лишь оболочка. А каким целям она послужит, зависит только от тебя. Почему ты ее не любишь? Я никогда не перся от всех этих киберкукол. И потом, ты же знаешь, она СРМ. То есть, типа, была нашим врагом. Ну да. Целых 300 лет назад. Чье это тело? Кто я? Это была ваша дочь. Вы создали это тело для нее. Ее звали Алита. Она последняя своего вида. Лучшее оружие технократии СРМ. Ты должен уничтожить Алиту и принести мне ее сердце. Расскажешь ей, что потрошишь киборгов? Никогда. И ты тоже. Я никого не убивал. Мы только забирали части тела. Мы их ловили и потом разбирали, и все. Нужны были деньги для Залима. Где ты был? Я хотел остановить остальных. И сказать, что завязал. Почему? Потому что люблю тебя. Я должна уйти. Я вернусь на путь. Спасибо, что спасаешь меня. Я люблю тебя. Выполни задание. Уничтожь Залим. Он дракон, который должен быть повержен.